Фич ожидает роста экономики Украины. Правительство Украины находится под давлением в связи с непростой программой реформ, проведение которых является условием предоставления Международным валютным фондом внешнего финансирования, сообщили в агентстве. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует в 2018-2019 годах рост валового внутреннего продукта Украины на 3,2% минус 3,7%. Об этом в понедельник, 26 марта, пишет финансовый клуб. Так, в 2017 году экономика Украины продолжала демонстрировать небольшое восстановление при росте ВВП, оценивавшемся в 2%. Fitch добавили, что правительство страны находится под давлением в связи с непростой программой реформ, проведение которых является условием предоставления Международным валютным фондом внешнего финансирования. В то же время в агентстве ожидают рост ВВП Украины на 3,2% минус 3,7% в 2018-2019 годах. Ранее Fitch Ratings прогнозировала рост реального ВВП Украины в 2017-2018 годах на 2,3%. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.